Касается Лука Байер.
palestra. Brigadões na praia de Nara, na praça de Lina. В этом бою с Разиевым решением судьи победу одержал Гайниетдинов Алибек. Победа одержал Зеленина сама.
Браво! Браво!
Надо слушать внимательно. Thank you.
В этом бою единогласный боец красным головом Борис Степан. Вызывается Бесенбаев Шакир. В этом бою единогласное решение судей победу одержал басмач Артем на безумие. Thank you.
На середину. Согласен, боец красного флага. Приглашаемся на площадку Карамов, Оттапов. Come on!
В этом бою Вико Аркаса сходу атак в синем углу. Победа присуждается Рафиков Карим, он от Нижнекамска.
направлении красный один балл. Еще раз, значит, что пара номер 20 рукава слушателей. Приготовимся к паре номер 25. Бекан, Роман, Карам, Мансур. Yeah!
Сергеев. Работаем, работаем. Судьи. В этом бою победили на боец красных. В этом бою единогласно решение. Судья. Сейчас у нас осталось две пары. Представитель города Нижнекамск, подойдите за главным столом разговорного контакта. Представитель города Нижнекамск, подойдите к рингу. Thank you.
За победу на Рушеве считается Клечко. Спортсмены синего угла добавляют свои баллы. Судьи, внимание! Нарушение было прибыло в истории. То есть три удара добавляются. В этом поединке нарядился боец синего угла. Субтитры сделал DimaTorzok.
этом бою единогласным решением судей победу одержал Нурмухаметов Тимур. Thank you.
Стоп. Ладно. О, ладно. Thank you.
В этом бою единогласным решением судьи победу одержал Никанов Никнович.